душа не зная сна, гуля всю ночь красавица. Маша Распутина, София Ротару и Валерий Леонтьев на этих кадрах один и тот же человек. Пародист Сергей Николаев может виртуозно изобразить и Верку Сердючку, и Ирину Аллегрову, да и вообще любую звезду российской эстрады. А вот когда гаснут софиты, Сергей надевает скромную жилетку водителя трамвая и перевозит пассажиров. Многие удивляются, конечно, говорят, это, конечно, несовместимо совершенно. Вот даже сейчас коллеги вот узнают просто то, что я человек творческий, раньше об этом я как-то не афиширую. Вот. Ну, потому что, как говорят, шило мешки не утаишь. Водитель трамвая «Семерочки», как называет свой маршрут сам Сергей, не только пародист, но и поэт-песенник. За вдохновением приходит именно на работу. Дома, за столом, признается мужчина, не пишется. Муза посещает, когда едешь по маршруту. Бывает так, что я остановлюсь там в светофоре где-то, да, или задержка у нас какая-то. У меня с собой всегда есть бумага. Я всегда что-то у меня приходит, какие-то новые слова в голову, новые стихи, я это все записываю быстренько, заметочки делаю и потом все это уже чистовой вариант делаю. В копилке Сергея уже десятки стихов и песен. Многие из них посвящены любимой работе. А к столетию самарского трамвая Сергей специально написал не просто песню, а гимн трамвайно-троллейбусного управления. Вот 100 лет самарскому трамваю, как время ускоряет бег. 100 лет самарскому трамваю, а это значит целый век. И пусть по улицам Самары трамвай ходит вновь и вновь, и никогда пусть не иссякнет к нему народная любовь. Марина Матвеевна, Станислав Левин, «События».